Guten Tag, ну или же добро пожаловать на канал Gaming 99. С вами у руля Александр, и мы снова прогружаемся в мир Майнкрафта. Тем не менее, уже третья серия. Я сразу начну с того, что эта серия будет на немецком. Да, я переставил язык с русского на немецкий, будем учиться немецкому, скажем так. Ну да ладно. Обратите внимание, у меня теперь инвентарь, точнее, кирка, топор, лопата. Они теперь у меня зачарованные. И у меня 29 левел также. Теперь у меня вот эта кирка, допустим, на удачу 3, эффективно 4 и прочность 3. Неплохая очень кирка. В общем, ну скажем так, долго я играл, чтобы вот эти все вещи зачаровать. Лопата у меня на прочность 3, эффективность 4. А вот это моя самая любимая кирка, которую я вообще никогда в жизни не разрушу. Она у меня на эффективность 5 и на прочность 2 и удачу 3. Моя любимая кирка. Да. Поехали. Так, ну я пока попью, пока смотритесь, что ли. Отличная колба у меня зашла. Ладно, мы приехали. Ломаем эту штуку. Что значит я здесь сделал? Я расширил коровник. Теперь он меня не... Вот здесь заканчивается, как предыдущий сериал, вот такой уже. Мне это, скажем так, для чего мне это потребовалось? Также я тут еще три системы снабжения ввел, но это не важно. Мне это потребовалось все для того, чтобы книжные полки сделать. В общем, в остальном только они нужны для мяса и книжных полок. Да и все. Ладно, поехали назад. А, также еще я изменил структуру рельс, я просто под них, под энергией рельс, вот эти слоты поставил красную пыль, то есть блоки красной пыли, и все. Не стал заморачиваться с пилами, все такое. По-быстрому это сделал, и все. Ладно, теперь заходим в дом, что у нас здесь нового. Я единственное покажу вам это ящик с ценными материалами, скажем так. Вот у меня как выглядит, то есть 52 алмаза у меня, но на самом деле у меня было больше алмазов. Где-то стака 2. Я их все потратил на инвентарь, на то, чтобы прокачать кирку, то есть объединить кирки и все такое. Вы, наверное, спросите, зачем мне вот эти блоки. А я, собственно, из них собираюсь сделать значок Рамштайн. Кто не знает, такая группа, в общем. Что-то мне захотелось прям сделать такой значок. Значит, у меня тут красная пыль. Здесь вот этот 3, 4, 5. Вот эти все ящики, они заполнены камнем. А вот эти, здесь имеется адский камень у меня, здесь адский кирпич, здесь просто дерево, а здесь кварц. Ладно, все, остальным я не буду заниматься, потому что это неинтересно вам будет. А сейчас я, наверное, спущусь в шахту и покажу, сколько я там прокопал. А в конце, наверное, статистику покажу. Ну вот, собственно, все это я прокопал. Прокопал, чтобы вы убедились, что я на самом деле не просто из инвентаря, не из инвентаря, а в творческом режиме брал вещи, реально копал здесь долго. А, вот это моя любимая шахта, потому что я больше всего здесь алмазов добыл. Это я вот так отметил. Так, ну если тут примерно считать вот эти все углубленности, шахты мини, 2 на 2, то выйдет примерно 30 где-то. Таких проем. Вот они все заканчиваются. Ладно, побежали обратно. Делать здесь больше нечего. Я пытаюсь все вкратце рассказать, а в конце, наверное, подведу статистику и что-нибудь новое построю также на видео. Не знаю, может быть, буду видео делать в 20 или в 30 минут. Не знаю, но я хочу, знаете, что сделать, как на реальных химзаводах, провести сзади трубу, куда мить воду и сбрасывать туда всякие отходы. Будет прям реалистично полностью. А, вы, наверное, спросите, что у меня там находится? Да, пока не думайте, я вам все покажу. Также я здесь расчистил небольшую территорию, потом она будет, не знаю, для чего предназначаться, я придумаю, собственно. Что-нибудь да придумаю. Так, а тут, кстати, у меня часто... Я не понимал, почему у меня здесь сгорает вот эти вся древесина, практически угол правый сгорает. А потом я просто подложил больше камней вот к этой лаве, скажем так. И у меня перестали быть пожары. То есть через один блок она как-то доставала эту древесину.
Ладно, а теперь, наверное, главная ценность или гвоздь программы сегодняшней третьей серии, это, наверное, микролаборатория, или как это назвать это будет. Я вот сделал здесь ступеньки, все аккуратно вроде бы. Ну, только я не аккуратно, потому что я падаю, спешу. Вот, значит, все у меня как выглядит. Здесь я сделал небольшой вход. Пост охраны у меня здесь, значит, стоит пока. Небольшой пост охраны. Надо еще что-нибудь туда добавить. Здесь тоже. Типа, люди, которые заходят, здесь отчитываются. Так, пойдем сначала направо. Значит, что здесь у меня? Отдел биологии находится. Отдел биологии, то есть, смотрите. Слева, типа, изучает ромашку и мак. Ну, как, собственно, биологи, наверное, и делают. Растений и животных изучают. Здесь розовый куст. Розовый куст теодовальчик, я неправильно назвал. Все у меня здесь водой оснащено, вроде бы как-то аккуратно сделал. И что у меня последнее? Грибы, трава и василек. Прям название какого-то фильма нового. Все у меня здесь имеется. Ладно, уходим отсюда, а то, мне кажется, видео заблокируют за варку наркотиков. Так, а здесь шеф находится. То есть, пока еще нету здесь компьютера, ну да ладно. Здесь будет кто-то управлять, возможно, всем этим. Хотя, скорее всего, он задохнется от угарного газа, от факелов. Ладно. На самом деле, я буду это все расширять. Еще хочу сделать там отдел биологии. В отделе биологии делать еще и животных, и растений, и генную инженерию еще проводить. Ну, в общем, все, что связано с наукой. Мне это просто по приколу делать. Также здесь расщелина имеется. Здесь даже стекло сделал для красоты. Так, что у меня здесь? У нас здесь портал в ад. Я вот такой вот замутил комнату. Думаю, достаточно нормальная комната, но в портал в ад мы потом пойдем. Сейчас, наверное, главный гость программы будет это космодром мой. Да, я сделал чертов космодром. Вон, посмотрите на его масштабы. И это все выживание. Внизу у меня есть спуск, то есть лестница. Это сопло, кажется, как я помню, ракет. Сопло у меня состоит там еще из угольных блоков, я решил сделать. А в самой ракете пока что ничего нету. Ну, возможно, что-нибудь придумаю. У меня там имеется только вон, стекло вверху и все. Возможно, что-нибудь придумаю. Кстати, эта корова здесь находится уже реально бесконечность. Я ее спустил сверху вниз каким-то образом. Ладно. А здесь главный отдел типа запуск, но он у меня еще не полностью построен, так что здесь нет рычагов всяких, типа 3, 2, 1, поехала ракета, все такое. Да, дел-то я, конечно, много, но, блин, вы, наверное, спросите, а зачем все это? А я вам отвечу, просто по приколу, мне понравилась сама идея сделать космодром и все. Скажем так, достижение выполнил в Майнкрафте. Ладно, спускаемся в ад. Так, что у нас здесь имеется? Здесь я, как вы видите, небольшое углубление расчистил. Здесь, скорее всего, дом буду очередной строить. А также я возродился, скажем так, с адской крепостью, в которую я тоже нехило тырил материалы. То есть адский кирпич и адский камень добыл здесь очень много. Также еще и песок душ. Здесь я добывал адский кирпич, здесь тоже. В общем, зафига на самом деле добыл всего. Ладно, но сегодня мы будем в аду только строить, а не добывать. Поэтому я небольшой мини-обзор сделал на то, что я сделал в мире Майнкрафта третьей серии. Теперь будем строить. Снова возвращаемся в наш мир нормальный. Мне там надо достать материалы. Скорее всего, мне понадобится адский кирпич и очень большое его количество. Как видите, я, наверное, весь его заберу сейчас. Практически весь. И отправлюсь в ад. Так, ну что ж, начинаем строить. Примерно здесь у меня будет начало дома. Сейчас как-нибудь распределю здесь все. Ну, значит, основу дома я заложил и... Так, что это за музыка? А плевать, она мне все равно нравится. Вроде бы не отвлекает меня, так что я оставлю ей ее лучше.
помощью неизвестных мне законов физики я, в общем, построил такой небольшой портал. Ну и практически закончил с домиком, где-то на 50% его простроил. Осталось только внести сюда всю мебель. А так я вроде бы распределил уже комнаты, здесь сделал границы. Здесь вообще шахту собираюсь сделать. Не знаю, вот здесь зал, наверное. Здесь кладовую. Там кухня, еще нибудь еще придумаю, в общем. Ладно, пока надо... Кстати, я удалил балку и... Не знаю, чем сейчас буду заниматься, если честно. Надо подумать. Как видите, я здесь поставил небольшой фонтанчик, построил пол. Две струи лавы. Также еще здесь очередной пол из лавы. В общем, вот так я украсил все. Заниматься декорированием все же неплохая работа. Так что закроем дом. Здесь везде лампы с этим, так что можно ослепнуть. В этой комнате я пока разместил, не знаю, промышленные, наверное, будут здесь верстаки и печи. Офан. Ладно. Здесь у меня, наверное, будет кухня, но пока ее нету. Нету материалов или людей. Здесь я разместил ванну. Забавненько. Чтобы искупаться, надо просто войти и купаться лучше. Как я. Наверное, какой-нибудь сатане будет нормально. А мне пока так себе. Туалет, мини-туалет. Так, ладно, надо перестать, чтобы я горел. А, у меня же алмазная броня, я забыл. Чё ж меня не убивает-то? Ладно, здесь у меня толкан находится. А здесь, типа... Как назвать-то? Раковина, что ли? Зеркало у меня вот. Да, довольно необычная комната. Ну, ладно. Здесь у меня склады, здесь у меня сундуки только и все. Здесь у меня пока будет, не знаю, моя комната, типа. Здесь будет телек, наверное. Ну, я, наверное, потом украшу все это картинами, а пока что можно примерно вот так сделать антенки. Сейчас. Так. Вот так. Все отлично. Хе-хе, забавно. А, да. Только что вспомнил, что в аду же нельзя спать. Упс, ну бывает. Ладно, я, значит, в другом мире, в нормальном мире, пришел туда неожиданно и быстро. Сразу хочу сообщить вам, что я играю на версии 1.9.0, то есть 1.9, скажем так. Я не знаю, когда она вышла, 2 месяца назад, я просто обновлялся и тут решил обновиться, и, в общем, вот так как-то. Ладно, самый внимательный из вас, наверное, заметил, что рядом с химзаводом построено еще одно здание, а это здание, кстати, будет предназначаться как, типа, быстрая забегаловка. Ну, типа, Макдональдса, там, KFC и все такое. Я вот решил сделать в реальной жизни такую херню. И вот что из этого получилось. Сразу входим сюда. Здесь мы видим лампы, места, куда можно будет садиться. Но потом я еще тоже модифицирую это все и сделаю что-нибудь еще. Это сколько я делал? На самом деле это я делал мало, точно не скажу. Блин, что-то самая корова, что ли, с космодрома? Не-не, это уже другая какая-то. А, значит, примерно это все вот так вот выглядит. Автоматизировано можно. Хе-хе, забавненько выходит. Я все раскопал, блин. Стекла поставил. Ну да ладно. Значит, здесь у меня будет, скорее всего, еще одно углубление. Это типа там, где готовится кухня, скажем так. Кухня, где берут еду, готовят и так далее. Так что это не весь еще KFC. Так что... Кнопка я не знаю, я думаю... Да, неповоротливый я. Болото забрел. Пока я думаю, на этом все. На этом все, значит. Да, серия получилась маленькая, но не стоит унывать. Я вам попытался просто доказать то, что я реально собираюсь вот застроить этот весь мир Майнкрафта херам всякими заводами и зданиями и так далее. В общем, спасибо всем, кто комментирует, лайкает и смотрит этот видеоролик и вообще канал. В общем, до скорого. Я вернусь с следующими идеями, не знаю, на следующей неделе. Может, выпущу видео или как-нибудь еще. В общем, всем спасибо, все свободны.